Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины и описание к этим картинам. Подружки. Федор Сычков. 1909 год, 86 на 57, холст масла, коллекция Ярославского художественного музея. Эту картину Федор Сычков создал в 1909 году. Был выходцем из мордовских крестьян, окончил обучение в Петербурге. Он вернулся в родную деревню и все свое творчество посвятил крестьянской жизни. Героями моих картин являются главным образом жители села Кочелаево Мордовской республики. Я люблю изображать простых людей не только в труде, но и показывать их жизнерадостность, веселые игры. Я думаю, что в этом неиссякаемом оптимизме простого русского человека сказывается его великая созидательная сила, твердая вера в счастливое будущее. Художник неустанно наблюдал за поведением и мимикой малышей. Он создавал карандашные наброски и живописные этюды, а также фотографировал детей, которые охотно ему позировали. В письме к другу и коллеге Ивану Горюшкину Сорокопудову мастер называл вездесущую деревенскую ребятню «тибрики-вибрики». Он рассказывал, что они всегда были под рукой, с ними всегда можно было написать сюжет. Эти добродушные выражения также взяты из переписки. Картину «Подружки» Федор Сычков создал в 1909 году. Художник написал двух радостных крестьянских девочек в национальной одежде. Ему удалось запечатлеть их без лишней сентиментальности. Крепкие, румяные дети смотрят открыто и прямо. Чтобы выделить фигуры героинь, автор использовал интенсивные цветовые сочетания. Черная и коричневая верхняя одежда контрастируют с фоном белого снега, а красные и желтые оттенки в нарядах делают образы девочек яркими. Вот такое описание я нашел в интернете к работе Федора Сычкова. Она называется «Подружки». Написана в 1909 году. Находится в коллекции Ярославского художественного музея. Пока-пока, до свидания.